Всем привет, меня зовут Мунтян Александр, это Ирина Гончаренко. И сегодня мы вам покажем тренировку спины в комплексе с суперсетами с плечами. Потому что когда мы тренируем свою спину, у нас активно включаются плечи. Смотрим. Итак, первый суперсет у нас — это жим гантелями сидя и тяга верхнего блока груди узким хватом. Поехали. Выполняем жим сидя гантелями на 15-20 повторений. Вверху обязательно выдох, движение плавное, без рывков. Далее мы сразу же, без остановки, переходим к тяге верхнего блока и выполняем также 15-20 повторений. Спинка ровная, внизу, в нижней точке лопатки сводятся и делается выдох. Так мы делаем 4 подхода по 15-20 повторений, без перерыва. После этих двух упражнений перерыв 30 секунд. Следующее упражнение у нас — тяга верхнего блока широкой ручкой груди. И сразу же в наклоне махи назад на заднюю дельту. Приступаем. Сначала мы делаем тягу верхнего блока груди широко. Садимся, грудь вперед. Да. Опять же, движение выполняем плавно, на 15 раз. В нижние точки сводим лопатки. Хорошо. После чего сразу же берем гантельки, наклоняемся вперед и делаем махи на заднюю поверхность плеча. 20 повторений. В этом упражнении самое главное — расслабить руки и выполнять движение четко за счет плеча. Заключительное упражнение в нашем комплексе — это тяга нижнего блока к поясу и махи гантелями в сторону. Выполняем тягу нижнего блока на 15 повторений, не спеша. Есть. Затем сразу встаем и выполняем махи гантели в сторону на 20 повторений. Выполняем так 4 подхода по 15-20 повторов. Итак, мы вам показали тренировку плеч и спины в суперсетах. Тренируйтесь, это очень эффективная программа. Выполняйте упражнения правильно. Если есть возможность, занимайтесь с тренером. Правильно питайтесь. Ведите здоровый образ жизни. Всем пока!